За годы существования всероссийские молодежные чемпионаты стали неотъемлемой частью образовательного процесса во многих школах страны. На данный момент они успешно встраиваются в систему олимпиад и конкурсов школьников. Их цель – поиск, поддержка и сопровождение одаренных детей. Дарья Пенькова, ученица 4-го В-класса гимназии номер 30, несколько месяцев готовилась к олимпиаде по литературе. Нам давали задания прошлого года, и можно было дома над ними поработать. Я работала, вот так я и готовилась. Тяжело в учении, но упорный труд приносит свои плоды. Дарья стала обладателем диплома 3-й степени по литературе, обогнав своих сверстников со всей страны. Для меня, когда сказали мою фамилию и дали мне медаль, у меня был такой шок, я даже не поняла, что происходит. Это не первая победа в такой олимпиаде учеников 30-й гимназии. В прошлом году ученица этого же класса Диана Жаркова также заняла 2-е место в международном чемпионате по русскому языку и языкознанию. Такие успехи – это показатель высокого уровня знаний наших детей. И вполне вероятно, девчонки и мальчишки из колымских школ будут и дальше радовать своими победами на всероссийских и международных конкурсах и олимпиадах. Виталий Моряков специально для службы новостей.